Ситуация на реках края пока не является критической. Об этом сообщили в Краевом управлении МЧС после облета территорий, находящихся под угрозой подтопления. Это устья реки Алей, Чирыш и Чумыш. На особом контроле у спасателей Рубцовск и село Белоглазово Шипуновского района, где в ближайшие сутки возможен подъем уровня воды в Чирыше. Как показал мониторинг, это связано с частичными ледяными заторами на реке. Наблюдается заторное явление в районе населенного пункта Захарова Рубцовского района. Вода проходит через пойму реки, и оно сильно не влияет на ухудшение обстановки. В целом обстановка находится под контролем Главного управления. Силы и средства Главного управления МЧС России находятся в режиме повышенной готовности. В случае выявления спасателями особо опасных участков потребуется проведение взрывных работ. А пока специалисты напоминают гражданам, проживающим в зоне риска подтопления, о необходимости соблюдения правил безопасности.